Всем привет, меня зовут Юлия, и это обзор нового журнала по вышивке крестом Création Point de Croix номер 101 за июль-август 2003 года. Летний морской номер, посвященный кораблям, морю, пляжному отдыху и всему летнему. Внутри довольно интересное наполнение. Есть очень хорошие схемы. Есть прям очень-очень хорошие. Сейчас я вам все покажу. Сначала идет морской сэмплер, большой, вышивается на льне, вышивается крестом, петитом, petit point, счетными декоративными швами. Например, вот мимоза, веточка мимозы вышивается французскими узелками и бэкстичем, швом назад иголку или швом роспись. Например, рыбка вышивается швом Petit Point, ну или аппетитом, как говорят в простонародье. Этот сэмплер уже был в одном из номеров Création Point de Croix, тоже летний номер, выходил лет 5 назад. Но я не против того, что повторили очень красивый сюжет. И мне кажется, в этом номере он даже представлен более выигрышно, чем в прошлом. Схема, конечно же, есть. Вот, например, здесь этикетка вышивается петитом, и она дана в крупном разрешении. То есть все есть полностью инструкция. Следующий сюжет это у нас Сильви Тьотто и полотенце с альпами. Пикник в горах называется. Схемы все цветные, символьные. Комплект банный от Вероника Анжанже, тоже с морской тематикой. И если кто знает, вот для чего вот эта штучка нужна, это мочалка или что? Понятно, что это два полотенца висят, банные и одно маленькое для лица, а вот что такое? Вот это тоже махровое, не знаю, то ли мочалка, то ли чехольчик для чего-то. А кто знает, напишите, пожалуйста. Схема есть. Это Элен Любере, косметичка Tout à la plage. Все на пляж. Простенькая такая, вышивается на льне в полосочку. Можно и на обычном льне. Так, рамка маяк. И два морских сюжета. Пейзажи мне очень нравятся. А вот рамка очень странная. Во-первых, ну, она не крашеная. Во-вторых, причем здесь маяк и вот такие городки. Ну, не знаю, что угодно можно оформить в нее, но не эти пейзажики. Пейзажи красивые. Мари-Терез Сент-Обен и рыбки. Опять же, рамки отдельно, вышивки отдельно. Ну, не нравится мне рыбка в рыбке. А сюда больше подошли какие-нибудь морские пейзажики небольшие, возможно, с камушками, какие-то волны. А рыбки сами по себе хороши, конечно. Они вышиваются очень просто. Есть рыбки, есть морской конек и есть вот такой рак. Ну, Мари-Терез Сент-Обен – это гений, Petit Point. И, ну, вот так оформить как-то не очень. Хотя сами рамки тоже чудесные. Это у нас Перец Муилов. И, кстати, мне нравится вот именно эта рамочка в виде лодки. И как здесь оформлены эти три миниатюры. Рамка классная. Парижские вышивальщицы и Вероник Анжанже. Это морской алфавит. Здесь представлено 4 схемы, но 3 фотографии. Опять же, тут Аида, а тут Лен. Вышивки в стиле 50-х годов, точнее, платье у девушек в стиле 50-х годов. Очень красивые. Дальше у нас идет Мартин Режат и Ля Мер, море. Здесь надпись «Между небом и морем». Красивый сюжет, очень просто вышивается, практически нет бэкстича. Тут только крестики в основном, ну, бэкстичем вышиваются только канатики.
Реклама Creation Savoir Faire, который будет проходить в Париже 29 ноября 3 декабря 2023 года. Пока еще не смотрела, будет ли там вышивка. Ну, наверняка будет, но не особо много. Хотя, может быть, надо будет программу посмотреть. Красивые корзинки от Дженнифер Лентини. Обожаю ее дизайны. Они простые, стильные. В то же время ткани очень красиво подобраны. Смотрите, ничего лишнего. Прям все идеально. Воспоминания о Провансе. И вот такая сумка-шоппер. Это у нас Françoise Dieuzet Luthier. Bienvenue en Provence. Добро пожаловать в Прованс. Красивый очень дизайн. Тоже вышить бы его не на Айде, а на Льне. И вообще шикардос будет. И комплект сюда же относится, к этой сумке. Два мешочка, косметички. Тоже вышито на Айде, конечно. Тут бисер. Взять лен натурального цвета. И вообще, конечно, очень красиво получится. Так, что у нас дальше? А дальше у нас Corinne Lacroix. И комплект закладка и обложка для тетради или блокнота с цветами. Тут уже используется лен. Как видите, очень красиво лен оттеняет вышивку. И вышивка сразу заиграла. Ну и посмотрим рекламу DMC. Стали выпускать принтованную Аиду. И вот такой вариант. Такой вот, на мой взгляд, интересный журнал. Очень успешный, удачный. Что скажете вы? Что понравилось, что не понравилось? Поделитесь в комментариях. И я обязательно все прочитаю и всем отвечу. Спасибо за просмотр и всем пока!